Тихо, тихо. По-моему, как-то не алло. Че не алло? У меня опустилось у тебя. Нет. А? У меня нет. Поприпусти. Сейчас процесс и пойдет. Бля, сосисек еще. Да, или не надо? Да не надо, наверное. Может, сытый? Конечно, уже мы поели. Щеком просто, да? Ну, конечно. Горек. Вот там на джипах. Как, красота, Толик? Дымок. А? Дымок, дядя Игорь, вон там засними. Какой там. Вот надо было храп-то заснять, а? То мы останется нам только чайничек вскипятить и из термоса. Вот баранки, Толик, на десерт. Толику сгущенки не дали. Надо было курицу завернуть. Кстати, можно еще сейчас туда тоже сверху накрыть. Прошелся к бабе Вале. Нашел муравейник. И хороший, крупный. Сейчас там немножко. Да. Я помню год, когда мы только перестали к ней ездить. И мы Зинка пошли, мы знали, что там она всегда. И она в огороде копается. Иду нас. Ай, вы враги. Но она нас, конечно, не узнала. Вот этот большой муравейник, он погиб. Ну, в том году был. Какой? Там? Ну, наш. Как? Ну, там мелкий муравей, по сути, был. Как хороший муравей, прям там около залива. Чать, как всегда, с ручья. Как ты думаешь, Костя? Ну да. Не, я думаю, да. Что я все-таки думаю, что сейчас воды мало, и мы пройдем туда. Это в прошлом году мы просто вообще мы там не смогли ловить. Мы на мыс не вышли. Там вот эти все сейчас березы, они уже вот такого размера. Вот около там залива. И вот они были затоплены вот так вот. Так вот? Ну, не так, а вот. Вот так вот. Плавали там среди них. Ну, я думаю, что она... При поездке на охоту, у меня выяснилось, что... Этот, как его? Сапог у меня дырявый. Новый сапог и дырявый.
А дырявость оказалась в том, что я его продырявил. Лопнул вот здесь вот, вот так вот, а. Подошва. Новый сапог. Новый сапог. У того, у кого покупал. Нет? Если б я бы знал, блядь, что у сапогов имеется, блядь, свойство, блядь, отрывание подошвы, блядь, я в жизни, блядь, в жизни такой неисправности сапога не знал. Не запал бы на такой сапог, да? Пришлось вот клеить. Толик, а прикормку-то будем брать, нет? Я захватил. Прикормку? Нет, не будем брать. Прикормку будем брать на проходное место. А туда, куда мы сейчас движемся, это полупроходное место. Да? Что это такое? Почти не проходное. Под бородачком лежит проволока. Возьми-ка. Ты в теплых штанах вообще-то. А теперь одевать штаны что ли? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Зачем? Снимай. Не хочет. Ты их низко потыкай. Брачный период? Наверное. Ну подойди поближе. Морда. Пускай они побегут. Алян. Они уже испугались уже. Ну они свернутся, они могут еще побежать. Ого, вылез. Ну один-то он всегда шевелился. Попёр. Обманный маневр. Сколько я тебе зацеплю? Там он там такую расстояние. Да, ну он такое расстояние на меня тоже. Да. Я только ради тебя вот свою удочку тебе отдал. Хорошо. По одному муравью собирай. Давай еще пакет. А где? Куда, где? Хорош муравей, крупный? Вы много сейчас не убирайте, когда уходить будем. Я смотрю, они уже тянутся к этой. К руке. Бойцы мне. Уходить тянуться будут. Щука, щука.
звуков, да? Простора. Все хорошо, да? А что-то рыбы не видно. Не видать. Чего, все хорошо. Ну здесь на самом деле на Ельге-то и никогда не видать. У нас тут все-таки как-то по дну больше. На спице на ручей.
Ну и меня можешь. И бездельника Коську. На, псук тебе. Немножко пыль дороже. Обалдел. Сидим. У меня сегодня аппетит хороший. Как и всегда. А у дяди Игоря плохой, видишь? Ну да. Момент поклевки зафиксировать. Ну вот хотел снять, но не клюнуло. Тут столик вот туда забрасывает. Серег.
гриль. Забыл. Говорю, они не клюют. Сразу только продемонстрировать. Ну-ка. Это рыба. А потом бац! И взял. Загореться захотел. На последней секунде, блядь. Да, я ему уже говорю, все, давай. Чувак, ёлки-палки. Ну, самец, видишь, плоский. Видишь, шершавый. Шершавый. Глаз ему, бедняги. Вот вчера бы пожарили бы. Ну, пожалуй, такого он домой повезет. Дома пожарит. Теперь уж чего тут жарить? Ну или это пару кило, наверное. Да, побольше должно. Ну он видишь. Он говорит, слабенький. Он слабый, ну просто здоровый, но он то видишь, тощий. Он устал. Че, не видишь, что ли? Он в нересте весь. Шершавый, да, тут? Шершавый, конечно. Ну мелкие клевали, блядь, в рот. Ну таких на килоке, на полтора мы ловили. Мы как-то был. Ну нет, такой, пожалуй, первый. Не может быть и был, нет. Я один раз вот там пень еще был, на пне сидел. За ней. Ну ладно. Ну не надо только ничего делать тебе. Гадюша-то. Набрал дядя.